Эй! Тась, ты что там нашел? Как же, познакомиться-то надо. А что я здесь? А вы тут елочки пилите? Дело вот что. Мы с женой и с двумя собаками. Гуляем. Здесь мы сидим, собаки гуляют. Ага. А я решил один подойти, вот так до конца очищу, чтобы нам можно было. И не только нам, а если кому-то захочется. Да. Я только буду рад, это... что здесь... А, зона отдыха будет, зона, да? Отдыха. С лавочкой. Да. О. Ну вот это и лавочка. Какой вы молодец. Не поленились. Взяли инструмент. Я летом на садовом участке тоже там. Там есть овраг. Так я вырубал ступеньки. Ага, Тайсон. Тайсон вас благодарит, посмотрите. Он чувствует добрых людей, хороших, да. Ты хороший, я знаю. Тасик, все, не приставай, а то ты сейчас там проткнешь себе все. Давай. Тасик, ко мне, иди сюда, все. Вы очень хороший, добрый человек, то, что делаете вот эти вот. Кому это вот надо? Вот сейчас в грязи вы тут ковыряетесь, нет, зато для людей стараетесь. Здесь пока вот был, никто бы не подошел. Тайсон. А вот когда я сейчас сделаю... Да, все сразу будут идти и скажут. Уже, о, как хорошо. Да, посидеть, но отдохнуть. Я буду все равно рад. Правильно. Потому что люди еще найдут место для отдыха. Конечно, конечно. А что так вот? А тут вот сейчас через полтора часа мы уже с двумя собачками здесь придем. Все, да, посидеть. Ложимся, они побегают. Шашлычков пожарить. А? Шашлычки. А, ну, шашлычки это потом. А, да, летом, да. Сейчас ты просто прогулки делаю. А какие у вас собаки? Какой это, породы? Вот четвертый год пошла. Маленькая, но она не комнатная. Понял, когда моя дочь говорила. Беспородная, наверное? Ну, она нет, она какой-то породы. Ага. Вот, ну, метис, какой, наверное, да? Неведомый мне. Ага. Вот, а вторую мы просто подобрали. Ага. Она на улице. А вы в Зеленограде, да, живете? Да. Она, вторая у нас, она на улице бедная. Уже пропадала прям. Все, а вы ее подобрали? Мы ее подобрали, четвертый год еще она у нас, и две. Какой собаки. Же вы молодец, а? А им-то вдвоим-то, знаете, как хорошо. Весело, конечно. У них радость. Хорошо, что есть такие вот люди, как вы. Вы реально добрый человек. Подбирали собак, вот берете, да? Устраиваете их себе, не дали им пропасть. Для людей вот делаете благоустройство. Уже мне 83-й год. Ого! Вот. А вы до сих пор вон вы еще порох в пороховнице-то он. Да, благодаря этому я и это продолжаю жить. Да, все правильно. Надо двигаться. Да, жизнь вот это движение. Сейчас, зимой мало дел. Летом на садовом это уж я там, как говорится, можно сказать, вкалываю. Угу. Вот, правильно. Сил пилить, колоть, все правильно. Убить. Вот. А здесь мало это, занятий-то у меня. Да, ну вот, да, занятия ну, хорошие. Я, во-первых, уже четвертый год подряд по полтора часа каждый день хожу. С собаками? Нет, один, это я один. А собаки? Маршруты у меня. А что, без собак? Нет, это, а сейчас вот... А, сейчас собаки это, появились. Моя жена пойдет, собачки и я. Угу. Это другой вопрос, это уже мы... И вы целый день ходите, да? Да. Вот у меня... Будет вторая прогулка. Здоровый образ жизни да, ведете. У меня две прогулки в день. Вот это да. И на весь день получается вот эти две прогулки. Поэтому я и жив. Ну вам надо сюда этих помощников-то прислать. Нет, то как вы же сами справитесь? Нет, это пропадет. Вы сейчас хотите ее пополам распилить, эту нет, пропадет, дерево? Пропадет интерес у меня к этому. А вот это да, вот, да. Это. Надежда только на себя, тогда и интерес вот я, будет, да. Главное, это удовольствие, что конечно. Я делаю это. Блин, вы такой а молодец. Уважаю меня, вот таких людей. Когда у меня помощники, если... Расслабляться они, начинаешь, они да. Они мне мешают. Мешают, по-любому. Вон Тайсон лапы, тоже помогает. Это я вот этот очистил. Сейчас он вам тут тоже вон поможет, почистит. Не, не только он. Лишнее. Сейчас мои подойдут, они тоже начнут. Раскопают все, что ненужное. Они обязательно начнут, лапонька. Хороший.
Да, Тасик, молодец, душевный. помогай. Душевный. Помогай, мой хорошенький. Да, конечно, хороший. Ну ладно, пойдем мы. Хорошо. Все, следующее, как лето будет, мы сюда с Тасиком будем приходить и вас вспоминать, сидеть, отдыхать. Хорошо. О, круто. Это хорошо, замечательно. Тишина, машин нету. Это на природе. А мы его приметили, этого Лёжина-то. Ага. Ну и дали сбоку садиться. А там сучки и все. Я уже вчера приходил тоже немножко. С пилой, да? Обработал. Угу. Вот. А жена, когда пришли, говорит, жена говорит, а что ты, тебе бы можно... А вот это оставите, да? А? Вот а это моя жена садится, когда... Держится. Нет, она когда... Это садится, держится и встает. А, ну и да. Это тоже, как ручка, турникет да, так. Это по ее заказу. О, да. Слушайте, ну прям вот все четко как надо. Предусмотрели. Ну ладно. Хотите, я вам помогу попилю? Или мешаться будет? Потеряете смысл. Да, ну ладно. Нет, я... Потому что у меня такая зарядка бодрости будет после этого, что у меня на несколько часов дома этого хватает. Да, круто, хорошо. Да. Место ну, спортзала, да? Ну, конечно. Пошел, попилил да, на улице. Вроде как тренировка. Да. И так вот на старости лет дома тоже неправильно сидеть, да? Вот начинаешь сохнуть, чахнуть. Лучше на природе ходить, это самое главное. Когда совсем дома нечем заняться, да. Это в силу своих возможностей. Ага. Потому что 4 года назад я был вообще в тяжелом состоянии. Болели, и да? Да мне в больнице там, можно сказать, откачали. 83 вот. Года-то. И я после этого стал ходить, двигаться, а летом вообще. Бороться с болезнью, да, начали? Я, бороться начали, да, с болезнью. У меня, в общем, там и с кровообращением там, и это. Ну, в общем, короче говоря, если бы я тем более у меня там палка лежит, с палочкой я с этой хожу. Ага. Потому что у меня большие головокружения. А-а-а. Большие, но я к ним привык. Да. Потому что благодаря ходьбе. Да. А так бы я сидел бы вот так вот лежал. А потом бы встать не смогли бы. Так а я бы просто умер бы уже, потому что... У меня сосед лет на 10 меня моложе. Ага. Он это, у него... И не ходит уже, да? Шейки бедра. И он лежал, и это, ему надо было тренироваться, что... А он лежал, обрек себя на смерть. Вот уже почти 2 года, как его нет в живых. А вашей жене сколько лет? Ей 76. Чуть помладше, да, вас? Она помоложе меня. Ну ладно. Так что вот так вот. Здоровья вам и вашей жене. Вам всего хорошего. И спасибо. И с наступающим вас. Спасибо. Всего самого вам и доброго. И не болейте. По вас и по собачке судить, что вы тоже такие замечательные. Ну спасибо. А собачки-то приезжают. Стараемся. Они собачки очень хорошо понимают. Да. Это, может быть, я не знаю почему. Или вот так я выгляжу, или же у меня 2 собачки. Ну, когда я хожу по улице, мне это как-то ко мне подходит, виляет хвостами. Ага. Вот в чем это суть, я никак не могу понять. Чувствуют вот человека, ну, собаки-то, у них же чувствуют такие есть. Они чувствуют. Они, наверное, по запаху чувствуют. Такое, что-то такое флюиды отрицательные. По энергетике тоже чувствуют энергетику человека. Да. Что исходит от человека. Конечно, собак не обманешь никогда. Нет, а то будет чутье такое, что... Да. Нам только позавидовать можно их чутью. Ну ладно, дедушка, до свидания. Всего вам доброго. До свидания. И не болейте. Здоровье самое главное. Вот я и благодаря тому, что я сейчас делаю, я и не болею. Все правильно. Вот так надо, чтобы каждый человек... Каждый, да. А в депрессию попадает, все. Да. Депрессия – это смерть. Не дай бог, конечно. У меня двоюродный брат уже сколько лет? 20 лет назад уже, на 9 лет меня моложе был. Ему только сказали, что у него рак легких. Ой, в депрессию встал, а он, вошел, он да? Он пришел домой. И все. Лег, 2 недели лежал и умер. Ужас. От депрессии, от головы вот этих болей головных, все, он лег, да. Он лег. Сам себя загнал. Ужас, у него в голове ужас, что вот
главное, лег и лег не вставая. Вот лежал, лежал. В мыслях своих и также и помер. И помер. Все было 55 лет. Ну, а вот с этим очень тяжело справиться, на самом деле. Вот в депрессию не войти. Жизнь такая штука, что это столько страшно, всего. Полоса страшно. То белая, то черная. И не дай бог черная. Это вместе жизни уже существование идет. Да? Затухание организма. Да, 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 вот да. Ну, депрессия ладно. Такая вот штука, с ней сложно справиться. Ну ладно, всего вам тоже хорошего. Все, спасибо, до свидания. Пойдем, Тайсон. Пошли. Тимой сладкий.